канале Abos Channel! Если я расскажу ему, кто я такой, то он скажет всем, что он увидел Деда Мороза. Поэтому я не Дед Мороз, я олень! Чё какой олень? Ты не похож на оленя, у оленя не бывает бород. Да короче, всё, я тебе привёз вот здесь подарки. Всё, пока. Что? Подарки? Ура! Подарки! Опа-на! Во! Вон, бросим! Опа! Сколько подарков! Вау! Каких бы открыть? Так, ну и откроется вот это. Вот. Элли, нет, Кэнди. Печенье. Сладонеж. Ретро-сладонеж. Потом. Дашкина. Хрустящие вафли. И все. Вау. Пуч. Интересно, Дед Мороз ушел? Сосиски с миндалем. Сникерс. Сок. Марс. Милк Уэй. Твикс какой-то. Еще. Марс. Сникерс. Да, все. И вот подарки. Вот. А теперь я, пожалуй, открою вот эту. Маршмеллоу. Печенье. Это сюрприз! Во! А теперь, пожалуй, открою вот эту! Потому что она самая последняя! Во! Чокопай! Марс! Каракум какой-то! Еще обыкновенное чудо. Эвердэнс. Марс. Ревесик. Шоколад. Марс. Еще. Только панчо какой-то. Две вот таких вот маглен вафельные конфеты. Вот.
тоже вкусный. Вот это коробку я сам сделал своими руками. Вот такая вот коробка с Новым годом от тебя. Подарок от души. Сюда я сам должен положить подарку, но я туда еще ничего не положил. Ну положил. Такая вот коробка. Вот столько вот шоколадов. Вот печенье, вот и вот шоколад. Если соберется 100 лайков, я сниму также такое видео, классное видео. А если тебе понравилось это видео, то ставь лайк, жми на колокольчик и подписывайся на канал Апостол.